Опять они стоят и нарушают. Это спустя полчаса. Круг, наверное, сделали. Ну как вы трамвай разогнали там, да? Все, пробки нету, отрегулировали. Не, регулировать не надо было. Не надо было. Да, ну, тут оставил машину трамвай. Ничего не понимаю. Какая-то странная страховка. С 13 по 14 год. Но написано по 3 грудня 2015 года. Что это за страховка такая интересная? Какая-то чудная у вас страховка. 13, 14 и 15 год включительно. Это что-то особенное такое, да? Так, я так думаю, что человек будет все равно, чтобы провоцировать, надо проехать. Что провоцировать? Я могу вам предложить позвонить инспектору по дорожному надзору, чтобы он приехал, установил факт правонарушения 15-15 ПДД. Ну почему, если вы прочитали до 15 года, вы говорите правонарушение? Как да вы, вот, 15-15. Что нарушение? Предмет, мешающий проезду и парковке. Кому я мешал? А не вот этот предмет. Вот этот вот предмет. Вот у меня мешает. Ну вот эта штука, да она нет, мешает. Она мешает товарищу. Не, любому человеку, кто захочет, вот смотрите, вы стоите на проезжей части, учитывая то, что здесь парковочный карман. Вы знаете, что остановка транспортных средств осуществляется у края проезжей части, либо предусмотрено. А вам предлагаю вызвать инспектора по дорожному надзору. Он это зафиксирует, а потом проведет расследование, узнает, чьи это турникеты, кто это нарушает правила дорожного движения, составит выставил турникеты, да? Ну вам сейчас мешает, смотрите, вы стоите на проезжей части. Мне они не мешают. Так в правилах написано, что запрещено вот так, как вы сейчас стоите, и так останавливать транспортное средство запрещено. Поехали по участку, а то эти провокации... Вот эти предметы препятствуют парковке. Невозможно поставить свой автомобиль. Вот та же самая ситуация.